Всем привет! Сегодня 17 мая. Я хочу познакомить вас с грибом лопастник бокальчатый или ацетабула обыкновенно. Это вид грибов, входящий в род лопастник семейства гельвеловые. Как и все гельвеловые, он является условно съедобным грибом и, в принципе, пригоден к употреблению в пищу после предварительного отваривания. Плодовые тела у этого гриба чашевидные, высотой от 2 до 8 сантиметров и в диаметре от 2 до 5, очень редко до 8 сантиметров. Вот сейчас, в принципе, можно будет сравнить с крышкой от фотоаппарата, которая 52 миллиметра в диаметре. Вот такой довольно-таки крупный гриб. Отличительной чертой этих грибов является наличие ножки, которая от 1 до 7 сантиметров бывает в высоту, часто выражена очень слабо, практически полностью погружена в почву, как в этом случае. Но характерная особенность этих грибов то, что ножки ребристые и ребра ножки заходят на чашу гриба. Это вот сейчас будет видно очень хорошо. Также отличительная особенность – это окраска. Практически белая ножка все более темнеет к вершине гриба. Произрастают они с мая и до конца июня одиночно или небольшими группами в широколиственных лесах. На почве, в траве или листве на опаде встречаются очень редко и не ежегодно.